Поэтому в этот день мы все должны отдавать дань большинству уважения тем людям, которые отдали свою жизнь, чтобы остановить эту чернобыльскую трагедию. Помнить людей, которые погибли, когда люди голыми лопатами выбрасывали куски урана обратно. Когда он пробовал, как разведчики, которые это знали, которые естественно практически уничтожили. К сожалению, у нас есть даже один парень, который прошел Афганистан, который участвовал именно в Тимбургской политизации, тоже остается это все. И когда их видишь еще живыми через четверть века, ты очень благодарен, что есть такие люди. Я хочу тоже немножко сказать, как бы тоже в нашей Украине. Вот, тоже много людей, много чернобыльцев наших, и таких людей, которые не чернобыльцы, помогают совместно нам в наших вот таких вот непростых делах. Дай Бог нашему государству, что сейчас пойдет это на пользу, новые какие-то там проекты, новые, пусть я там не законы, а не чтобы только в пользу человека. И поэтому, а сейчас у нас, я еще хотела, знаете, подчеркнуть, еще нашу группу гостей, это жены умерших, погибших наших чернобыльцев. Но для них я хотела сделать сюрприз. Но вы мне подсказали, я вас хочу пригласить еще. Мы отсюда идем в специальный центр, и там вы с нами будете поучаствовать. Если кто-то у вас сейчас есть, может пару слов сказать, я буду только рада. Женя, не постерите. Тихо. Нервно выдержать все это, чтобы свое же получить. Да, не была я в Чернобыле. Наверное, так решил сам Бог. Но сердце ноет и помимо. Такой получен и наш. Спасибо вам. Была и остается. В первую очередь помочь этим людям, поскольку сколько можно в наших силах. Я должен сказать, что вот наш товарищ Чернобыль сейчас выступал здесь, значит, я должен отметить высочайшую работу в Москве общественного комитета общественных связей. Панихида и молебен о здравии. Это у нас два раза в году. И на день памяти, и на день чествования чернобыльцев. У нас наши, те, которые есть у нас здесь, и отец Никон, и отец Сергий, отец Марк, отец Валерий, отец Игорь, они все, они очень трепетно к нам и относятся, и молятся за нас. Поэтому просто у нас, вы знаете, мы немножко по-другому ставим наши, ну, как бы, да, голову перед чернобыльской трагедией, и мысли возлагаю на могилу эту, в очень свежую, два тюльпана алых цветов. Мы у памятника все сегодня. Память, слава, сущая ответ. Вокруг судакская природа. Нынче память, как солдатский плед. Каждый солдат, он в защите отечества. Вот был жизнь молодую, за родину мать. Никуда не забудет солдат человечества. Поколения будут себя прославлять. Свою жизнь не щадили сыны молодые. Капли крови последние на всех защищали. Потому дети седые, незаметно скупую слезу потирали. Учит образ свой правнуков, внуков, детей быть достойными, сильными, гордыми стать, чтоб могли от безумных, жестоких грехов оградить и родную страну защищать. Наш поклон и привет тем, кто пал и кто выжил. Вам клянемся достойную смену идут. Мы живем по душе, не по этим там книгам. И живыми нам нужно сильнее дорожить. Сегодня день победы и печали. Давайте к ветерану подойдем. Погладим на груди его медали. И руку благодарную пожмем. Спасибо вам. Спасибо. А сейчас... Я бы была очень рада,
мы продолжим наше мероприятие. Спасибо за поддержку. Вы ему дайте интервью, пожалуйста, там пару слов. Владимир Алексеевич! Вот туда, да, едет, там все, 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 все,